Всем привет, друзья! У нас сегодня рыбалка на канале. Около 8 часов сейчас за Сережей головорезом заезжаю. И фух, едем. Едем на Соломенские луга за большой рыбой. Трофейными экземплярами. У нас снег выпал. Ну что, темно? Темновато, не знаю. GoPro вытягивает, не вытягивает. Идет снег. Все, завожусь, выезжаю, беру санки. В дороге все покажу. Погнали! Приехал Сережа. Сережа, поздоровайся. Всем привет. Сейчас мы с ним здорово начнем щук ловить здоровенных. Ты давай там не задерживайся, а то двигатель остывает. Все, едем. Боливар полный бак. Ну, он и так полный был. Вчера долил литров 5, наверное. Что-то немножко погадался. Так, сейчас снежок вытряхнем и поедем. А я балансиры взял. У меня два удочки с балансирами. 8 часов. Что-то в бок не влезет у тебя ящик. Видишь, это, ну, это мы бы так поставили, мешает спинка. Привязывай что, как-нибудь. Темная, а она... Не, ничего, она не темная. Че, бур? На сколько? На 100? Бросить его туда, под этот. Положи. Чтобы учитель не там. Ты что, на заднее садись, а этот вперед поставь. Я думал, мешаться не будет, наверное. Как думаешь? Ну-ка, попробуй. Че, попробуй? Ну ты сядешь, а его сюда, если ящик поставить, думаешь, не мешаться будет? Я не могу его так и вести. Все, мы выезжаем, господа, на дальняк. Там мостик дали здесь. Вот здесь он. Че, поехали по мостику, мы ищем, где мостик, нам переехать. Вот здесь он сунулся. Ну. Он сунулся и. А моста нету, да. Я тоже чуть туда не сунулся.
Снега чуть-чуть, поменьше по колено. Вот мотоциклисты сделали здесь. Вот видишь, какая горка-то. Ты думаешь, обратно поднимемся? Я спрашиваю. Я не знаю. Я не знаю. Возможно, не знаю. Пошел следующий, приезжал. Кто? Ну что, блядь, видно же. А когда на квадроцикле? Это не квадроцикл. Что, две лыжи, гусянка, что ты делаешь? Так это Саня, все тут. Самурай, что ли? Да. Нет. Нет, думаешь? У него шире база. Что такое этот? Я не знаю, поднимемся, не поднимемся. Ну что, бомб, другие места искать. А то других-то нету. С разгону я что, залезу, думаю? Для бурана-то это, я думаю, фигня. Опасности. Вон там поположу, можно боком выйти. Че вытолкаешь, если что? Поехал я. На, держи камеру. Она снимает, аккуратненько. Смертельный номер. Иди вон туда, к пню. Она сейчас куда смотрит? На меня? Она экран-то тухнет потом. Ага. Куда смотрит, туда и Нет, он вчера ходил, а сегодня на меня делалось. Нет, лось ходил, походу. А это что, старица? Думаешь, рыба здесь есть? Раньше была старица. Вот старица, река раньше бежала. А сейчас нифига тут. Здесь снега нормально уже, Серега, по колено. Там за поворотом, за старица. Мы куда едем-то? У перека туда, у Соломинского. Она... Ну, я затягиваю, но нам, там карась-то есть. Куда едем? За поворот. Вот туда? Да. Там есть рыба? Не знаю. Здесь никого не было, ребята, мы первые пробиваемся. Посмотрим. А вот здесь раньше рыжики росли. В елочках. Они еще маленькие были. Сейчас они растут везде. Светает. Все, едем. Все, приехали мы на реку, смотри, какой обрыв. Смотри, по реке тоже животные ходят. Или это люди, думаешь? Даже люди. Люди, да. Ну в такой глуши здесь люди есть. Все, а сейчас. Глуши-то? А где спускаться здесь? А вон где спустимся. Кстати, не спустимся, собираем. От альхами звон. Или к елке уйдем. Вот яма в повороте. Здесь яма. И начинаем рыбачить. Что, пойдем, собираемся. Раньше тут в повороте. Там подтягивается, конечно, можно. Ладно, проверим сначала яму. Проверим яму сначала. Уйдем. Если на яме нет, уйдем туда, на плюсу ниже. Все, нам бы следы обратно свои найти. Я дорогу-то не запомнил. По каким-то лесам ехали. Вот этот луг. Вот и выскакиваем, и опять вдоль леса. Все понятно. Там перед перекатом яма-то вот на углу леса-то. Там тоже яма. Одни ямы, да зимовки рыбы здесь. А рыбы сейчас нет. Будем искать. Звучит как-то сюда подъезжал вообще. На чем? Так, я просто мест не знаю, я бы и к реке, может, подъехал бы. Я здесь вообще первый раз на этом лугу. Мы обычно на том лугу вот останавливались. Здесь больше не останавливались. Все, идем мы на реку, спускаемся. Сейчас ищем, как спуститься с обрыва.
Начинаем буриться, искать рыбу. Взяли телевизор опять с собой. И все. Все, выключаюсь пока. Тяга надо на перетягу рыбачить. Почему? Сережа говорит, берег съехал, вот в том году не было. Все, мы идем, вот здесь яма кругом. Здесь, смотрите, человеческие следы. Хотя мы от цивилизации фиг знает сколько. Налить 3 километра. Налить выступает. Да, налить есть. Смотри, не провались. Налить. Смотри, вот здесь берег съезжает, видишь? О. А сколько это? Все съедет. Все съедет. А здесь полога. Ряженька больше будет. Все, идем сейчас. У нас какая цель? Буриться будем. Ну, Сережа будет борить, а я буду искать по лункам рыбу. Слепую мы не рыбачим. Не наш стиль. Идем. Ты видел, 2 раза бурнул и все. Смотрите, ребята, воды. Вот с той стороны нету налить. У нас все ботинки будут в эти. Сережа бурит, я готовлю камеру. Начинаем светить. Все, погнали. Достаю я камеру подводную. И пошел светить. Сейчас я еще этот пауэрбанк из кармана, Серега. Это как? Сережа говорит, старые бурки нельзя буриваться. Буриваться. А то... можешь засадить старую лунку просто. Но у меня бывало так. Тяжело проще, выходит. Проще свежую лунку сделать рядом. Все понял. Так. Включаем. Что, погнали? Наших городских. Что, включаем? Так. Сейчас, погоди, я надену рукавицу. Все, погнали. Тут глубоко? Это 3. Ни хрена себе. О, я кого-то видел там. Смотри. Смотри. Коряшка, коря. А где коряга там? Рыба что? Ни хрена тут коряк. Мы тут все мормушки оставим. Ты прямо на коряге просверлился. Я как бы камеру не зацепил. Светись, хоть высоком. Щуку смотри. Ты че тут на перебуриваться на? Ага, смотри, какие тут деревья. Все, у меня камера куда-то легла. Таких вот деревьев окунь-то и стоит. Хороший, крупный. Ты что думал, тебе окунь было так плавать, просто плавай. А че? У меня не падает камера, давай другую. А нет, другую, вон. Я на корягу куда-то вон зацепился. Да, у меня... Теперь я лунки, сейчас сделал. Да не схватывай, все, ты. Не надо? Только у меня как бы бороды не было, я боюсь. Ой. Сережа все, вот, все хочет, чтоб было не смотано. Я же люблю, когда все смотано. Так, что вам там видно? Мы рыщем рыбу, господа. Нифига тут коряк, Серега, откуда они тут? Так, дай, хорошо. Налим, щука. Тихо, не кричи. Смотри, ракушечку. Или что это такое круглое? Медвежьи. Медвежьи какашки на дне, ребята. В коряжнике рыбы-то нету? Нету рыбы. Вообще нету. Но мы сейчас найдем ее все равно. Конечно. Я. На плюсе. Вот давай сюда. Давай. Пониже, ниже коряк. Все, ребята, один раз. Пока отключаюсь, когда она... Так у меня рук не хватает. Нифига, глубина тут точно 3 метра. А нету 3,5 или что-то. Вот его, пускай. Пока не тут. Вот здесь, блин, Серега, я за что зацепил? Ты опять на корягу? Смотри. Стой. Стой, стой. Ну-ка, давай-ка, цепляй. Во. Ну его нафиг, нету тут ничего-то. Сюда. Ну-ка, доставай. Помогай. Блин, одни коряги. Я тут все мормушки оставлю. А цепь не купил. Че ты хочешь? Сказали, силиконить надо. Что надо? Силиконить камеру, чтобы мне не заутонуло. Ой, 5 лет ходил и ничего не силиконил. Давай, отпускай, так, отпускай. Ниже коряк, что, сорога есть? Да, аккуратно. Тихо. Опять на коряге. Крути-ка я. Кого? Камеру крутить надо. Все. Так я понимаю, так ты что, у меня забрал ее, да как я тебя крутить буду? Пальчики. Я знаю. Давай опускать будем. Или что, боишься в коряга зацепить? Ой, коряжник даже пустой. Что такое-то, а, Димон? Мы на дно не опустили, там рыба-то. А что, а, и...
Вон она где должна быть-то. Ага, под корягами. Она и выше, и ниже должна стоять. Если она выше не стоит, она не умеет стоять-то и надо лежать на дне. Сейчас еще лунку сделаем. Не, а нету рыбы. Смотри, Серега, пусто. Все, ребят, мы ищем рыбу. Как найдем. Почему щуки-то нет? Ни щуки, никого, главное, нету. Она, может, испугалась камеры, убежала. Ты когда бурить начал? Куда-то вот здесь вот, снизу коряк еще. А, нету. Ладно, мы ищем. Рыбу мы там не нашли, вообще пусто. Идем дальше. На поиски приключений. Снега подвалило хорошо за ночь. Вообще хорошо. У нас уже почти рассвело. 100 дыр сделали, одни ерши. Сережа говорит, я буду сидеть, подкармливать. Я пока хожу. Хожу, ищу. Сейчас вот здесь еще попробую кустов. Да тоже сяду. Начнем. Сережа сразу же рыбачить остался. Я пока хожу по речке. Везде побрю. Все клюет? Сережа пока не клюет. У Сережи одни ельцы клюют. Ой, ельцы эти, ерши. Я хожу, бурю, не сдаюсь. Вот здесь, смотрите, завать такая, река туда уходит. Сейчас до туда дойду. Ну, я пробурился здесь, сейчас смотрю. Одни ерши, вообще рыбы нету. Не знаю, с чем связано. Буду искать дальше. Так сидеть мне что-то вообще неохота. Но здесь места, конечно, ребята, завораживают. Ладно, хоть время провели. Может, после обеда начнет клевать опять. Утро раннее. Ну не раннее, часов 9, наверное, уже. 10. Все, ищу дальше рыбу. Пока рыбы нет здесь. Хотя места шикарные. Сережа ушел рыбу искать. Я хожу, сверлюсь. Рыбы здесь нету, одни ерши. У нас там у дома больше рыбы. В реках это широкая ям дофига. Вообще глубокие места, рыбы нету. Он говорит, пошли давай. Я говорю, погоди, иди. А я буду идти. Вот я дно достал. Рыбы нету, ребята, нету рыбы. Одни ерши. Это что-то с чем-то. Одни ерши. Чего нету? Не знаю, с чем связано. Места-то рыбные такие. Оп, все. Ищу дальше. Чайку надо попить, что-то проголодался. Да, третий ерш у меня, ребята. Здесь одни ерши. Блин, нафиг бы ты нужен. Иди обратно. Ладно, отсюда сваливаю я. Нифига тут нету. Иду дальше рыбу искать. Пескари даже клюют. Блин. Что, где рыба серьезная? Непонятно. Где обратно? Так, еще 5 секунд сижу и перебуриваюсь. Пойду рыбу искать. Здесь вот белая рыба была. Сейчас я посмотрел. О, кабеля мешают, да? Глубина, конечно, тут заоблачная. Где-то тут ищу я большую рыбу. Блин, опять у меня все зацепилось. Зацепилось за этот. Ну и глубина. Так. Все ли? Фига не все. Пойду-ка ближе к берегу. О, нафиг на такой глубине рыбачить. Все, продолжаю. О, посмотрите, какие жирные пескари клюют. Ты че? Где рыба серьезная? Иди нафиг отсюда. Я пришел за хищником. Блин, еще одну поймаю, пожалуй.
одну поймаю и пойду хищника искать. Сережа ушел куда-то, не знаю куда. Все, продолжаю. Ну и глубина здесь. Пойду у берегов искать рыбу. Здесь что-то пескарей одни. Донная рыба стоит. Так, иди сюда, удочка. Блин, пока опустишь. Да что ты будешь делать, а? Сережа палочка это все отгребает. Я все этой штукой. Он говорит, не свети лунку. Все, у меня леска запуталась. Сережа идет обратно. Сейчас мы здесь с ним порыбачим. Серьезной рыбы здесь нету. Одни ерши и пескари. Телевизор несколько штук видел, но шляпа. Прошли 100 километров, 1000 дырок просверлил. А? Че, поехали к Поповке ближе. Ну, я не здесь, но... Сейчас я чаю попью, перекушу. Что-то есть и захотел. Чего? Сейчас чиф вернем, да переезжаем. Палочку из-под килечки. Хоп. Нифига у тебя куст, смотри. У меня во. А сидим. Они не нарезаны, я их так солю. Ага. А я в магазине купил. Не, я. Все, мы перекусываем, да нафиг, куда сейчас переедем. Рыбы здесь нету. Сало едим с хлебом черным. Туда, по берегу. Не, вот здесь вот. И на старую баранку. Да можно сани-то занести. А нафиг что, вон там сейчас проедем, да и все. Мудрить-то. Мы сейчас прогреваться еще. На, надевай чехол-то. На сани. Будем выбираться, ребята. На другое место. У нас, видите, снега пошли. Погода поменялась. Может, из-за этого нету рыбы. Сережа сказал, раз на раз не приходится. Приедем сейчас, посмотрим. Иногда рыбы вообще не бывает. Вот там старая, вот видите, за рекой эти сосенки, здесь поля старые, вот там деревня Малая Соломина была. Потом пионерский лагерь там сделали, вот здесь может металлоискательно походить по этим берегам. Здесь обрывы большие, финно-угоры, мне кажется, тоже здесь будут присутствовать. Обследовать надо по весне, но где время взять? По весне мы в деревнях зависаем, исчезнувших. Летом здесь, видите, какой чепыжник, бесполезно. В общем, надо финно-угоров искать нам. Ладно, грею я Ямаху и погнали. А это кто? Вот это, тарактёрка, правда. Да? С угла не уехали.
что, туда? Э? Спускаться будем? Вниз? На другую сторону. Вообще, нет, один догадаешься, он так не переворачивается. Вдвоем почему-то. Ты неправильно, наверное, катаешься. Тебе он как заваливался, тебе надо сразу же переворачиваться. Кто-то по нашим следам уже ездит. И я даже не знаю, кто это. Люди, а ты видел, что у них непонятный какой-то, да? Лыжи за собой тащат. И еще. Можно салазки на двух лыжи. Они разные ездили. Фиг знает, что за техника. По нашим следам, в общем, здесь они кругаля дали и туда уехали. Закрывай-то опять. Все, мы на реку приехали вот сюда. Сейчас здесь будем рыбу искать. Может, что найдем? На реку приехали. Недалеко, да? Ну, мы с той по лесу проехали, я не знаю, тут снимал. Показалось, что не показалось. Все, мы сейчас идем туда. Смотри, то липа растет. Кто-то посадил, да, ее? Здесь раньше был на Соломинский, ну, с деревни Соломина, через реку был брод. Где-то в этом месте, Серега, был брод-то. О, куда? На Соломина. Ниже перекаты. Там ниже еще? Конечно. А вот, где это? Вот. А, вот, да, вот там, дальше. В конце этого луга. Точно. Мама норка, папа вода. Это кастровые провалы. Так. О, уже лед трещит. Если что... Я тебя вытащу. Купайся, я тебя вытащу, да. Но на санки брошу тебя, отвезу домой. Труп на санках привезу, холодный. Ну-ка. Здесь не оставлю. Ты сюда-то и на нем съедешь меня забрать-то. Ну, я здесь выйду. С разгона выделишь, что. Ну, вот на той горке сейчас посмотрим, побуксуем с тобой, наверное. А когда слышишь? Че? Тополя ты кто-то повалил, или что, урагана? Тоже целый ряд этих. Целый ряд тополей, ребят, стояло, и все упало в воду. Давно я здесь не был. Давно мы тут не рыбачили. Мы все там выше, на Куменочке, да на Быстрице. Ну это тоже Быстрица. Мы там в верховьях, а это низовья. Сережа мне тут яму показывает. Вот здесь, конечно, рыбы много. Давай сразу же здесь буриться. Вот здесь вот, мелкий окунь. Мелкий окунь? Может быть. Нам хоть какой-нибудь бы половить нынче. Говорю, у меня прямо у дома там рыбы больше, чем мы. За километры уехали, Серега. Сережа говорит, там несерьезно у дома ловить. Надо ехать далеко. Чем дальше в лес, тем больше дров. Это как, знаете, тоже мы монеты ищем, рядом с домом ходим. А за 10 километров уедешь, ничего не найдешь. Где? Дырки уже делаю. А, давай, я буду светить. Все, болтовней заканчиваю, я начинаю камеру включать. И начинаю искать. Ты пока сверлись тогда. Вон там можешь ее просверлиться. Там середина. Не надо. Тут же выход с переката, вот здесь надо смотреть. Все, я пошел светить. Ну вот туда сейчас и пойдем. Все, нашли рыбу. Блин, уехали туда, на ту старицу, нафиг она нужна. Есть и окуньки, он здесь просвечивает. Блин, забыл снять-то, ладно. И этот сорога, да как она, сорога. А у вас плотва еще есть. Ну, у нас она сорога, а у людей-то плотва почему-то. В Перми, хотя тоже сорога, говорят. Что, я в эту дырку и брошу? Ну, смотри, сам чуть, что мне? Они рядом тут пасутся. Ну. Все, начинаем. Сейчас будем трофейные экземпляры дергать. Телевизор, рыба есть местами. Вот там.
не ловится нифига. Я уже всю речку избурил. И яма есть, и все есть. Рыбы нету, спряталась. Ну там я стайку увидел где-то, но не ловится. Продолжаю искать. О, 2 часа уже. Через час темнеть будет. Темно уже, через 2 будет, наверное, часа. Все. Сейчас вот здесь еще пройдусь по этому стороне. Пушки. А мою мелочь отпустили, нафига не нужно. А я за эту мелочь. Ну хоть черта. Эту сторону прошел. Ничего нету. Вытрясывать будем. Я сейчас там просвечу, да потрясу тоже. Ладно. Устал я сверлить, спина уже заболела. Всю реку сверлил. Рыбы нету. Буду сидеть здесь. Здесь я рыбу в 2 местах видел. Не знаю, давление походу. На, подкорми, что подошло-то. Не надо ничего подкормить. Ну давай. Сейчас темнать будет, да, может что, поймаем. Бур весь в леду, воду опустил. Сережа, 3-й окунь. Так он такой спит. Так сейчас и крупный подойдет. Ну сейчас. Его тут нету? Нету крупного, думаешь? Блин, зацепился за перчатку. Давай балансир достанем. Сразу поймаем. Куриная радость. Пойду я, Сережа, обуривать. Посижу, пушков подергаю. Так я ищу, я не могу сидеть на одном месте. Я же это, спортсмен. Рыболов-спортсмен. Одни ерши клюют. Я их не снимаю, ничего интересного. Ждем. Трофейный экземпляр этих я отпускаю нафиг. Или Серегина сейчас, если будет брать курица. Курицы съедят у него. Я тут раз их ершей наловил для навара. Рассказываю. Особо трофеев сегодня нету. Насадил 2 опарыша. Взял удочку со щетиной кабаней вместо кивка. Ну, кивок из кабани, щетины. Окуни не клюют, одни ерши. Сережа говорит, бери курицам. Сережа ловит, мне такие не нужна рыба. У меня еще морозилки остались для навара дома. Подсадил 2 опарыша. Блин, а леску почистить. Вся во льду. Там тепло идет, но морозы прошли. Там даже этот обещает Яндекс до 0 градусов. Не знаю, врет, не врет. Блин, у меня не играет. Ладно, сейчас я лед уберу. Где-то поклевочки проходят немножко. Сережа там ищет, где рыба. Сейчас уже собираться будем дома. О! О-о! Оп! И есть! Ну что, трофейный? Давайте посмотрим. Блин, нифига не трофейный. Сосулька трофейная. Ты че, у меня Серега тут клюет как? Ладно, и рыбачим дальше. Че у тебя, ерши? Кого? Всех ершей выловил. Всех ершей, ну. Курицам пойдет. Все, у нас рыбалка закончена, темнает. Шляпа здесь, на соломенских лугах. Все, браконьеры электроудочками выдолбили. Так, все, обмерзло. Закроем, секундочку. Будем выбираться в сторону дома. Ну, давай, открывайся. Надо мне ящик новый купить. Ящик пластмассовый, в куменах 1300 рублей стоит. Этот что-то неудобный. Надо более современный брать. Все, выходим из реки. Ловом не будем подцепляться. А?
На пластик вот так и замерзает, как мягкий. Да он сам по себе тяжеловатый. Да. Не знаю, не очень удобный. И мало влазит. Едели немало. Вот такой еще у нас дыру вот здесь, чтобы рыбу кидать. Знаешь, сбоку дыра-то есть. Ты дыру сам можешь сделать. Нет, там такая специальная, пакет из нее выставляешь, чтобы можно луфту снаружи кидать. Ну, что это надо? Все, за сим спешим откланяться, друзья мои. В этой стороне у нас рыбалка-шляпа. Мы лучше бы у Кочкина посидели и наловили этой шушеры целую тонну. Здесь вообще рыбы нету. Такое ощущение, что и то ли траванули, то ли с электроудочками все выбили. Есть, но мало и мелочь. Шлепендрос. Всем бога, удачи, мы выезжаем отсюда. Жди следующую рыбалку. Не знаю когда, может завтра уедем опять мы. Какое-нибудь место секретное. Пока-пока. Сейчас посмотрим, как я наверху выеду. На меня вот. Раз, сейчас Сережа поснимает. Иди туда. Газу, газу побольше. О! Давай там, Серега! О! Мы бы вдвоем, мне кажется, выехали. Все, вырывает из-под себя. Да. Все, мы проверили. А то я не знал, будет слишком круто. Камера не передает. Какой здесь. Нормально. У нас темно уже. Все, мы едем домой. Нормально, без происшествий. Ну, на мотоблоке здесь еще не подняться.